белая корабль. Здравствуйте. Здравствуйте. Имею честь представиться, налоговый инспектор Вахрушев. Очень приятно. Эдуард Михайлович, у себя? Дело в том, что... У меня нет с вами никаких дел, и ни в том, и ни в что. Вы знаете... Я ничего знать не хочу. Я слушаю вас, Дион. Можно к нему пройти? Я хотел бы сказать, что... Замужем? А какое это... Имеет. Для нас все имеет значение. Пока нет. Нет. А почему вы сразу так напугались? Начали заикаться, моргаете. Потому что... Значит, у вас есть дела, которые мы не знаем, налоговые инспектора. Я всегда на работе просто сосредоточена, и все. На работе нужно делать свое дело, а не нервничать, правильно? Будьте любезны, присядьте, мы с вами... Закройте компьютер, я вас не вижу. Что у вас вон там на столе синенькое такое? Это клейка. Нет, цвет. Рядом. Машинка? Рядом. Обезьянка. Откуда? Кто-то из клиентов подарил. Берете подарки, значит, берете и взятки. Что вы? Как можно? Я по глазам вас вижу. Дело в том, что наша фирма «Гелион и сыновья», она существует... А у него сыновья есть? Нет. То есть получает деньги за троих. За себя и за сыновей. В Гоголя будем играть, может быть, в душ. За показания ложных показаний. УКР, статья 286, 5-6 лет. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Вопросы есть? Нет. Недолго еще сидеть здесь? Или я все-таки пойду к Эдуарду Михайловичу? Дело в том, что такой возможности сегодня нет. Дело в том, что когда я проходил, я видел его в окно. Но он вас тоже видел в окно, и он увидел вас первым. Поэтому его сегодня уже больше нет. Goodbye, America. Тебя мне не увидеть никогда. Колдыбин, Колдыбин, опять от тебя шмон, понимаешь? Опять пьяный, в этом месяце 15 прогулов, 28 опозданий, 4 взыскания. От тебя разит, ты или с бодуна, или ты пьяный, или ты, я не знаю что, ты мне вот уже, Колдыбин. Ты будешь издеваться над нами, или нет, Колдыбин, а? Василий Васильевич! Василий Васильевич! Сколько говорить вам? Не Колдыбин, а Колдыбин! Не надо меня неправильно склонять, а! Я тебя сейчас неправильно склоню к работе! Ты же работаешь трехфазовой фазой! Тебя же отбросит током и все! Ты понял или нет? С тобой разговариваю! Отбрасывает, но держим удар! Держим удар! Что мне с тобой делать? Ты мне надоел, Колдыбин, понимаешь? Надоел! Что ты у меня играешь на нервах? Я тоже не железный, если не нравится, будьте мужчина. Примите решение и увольняйте меня. Спокойно. Да я бы уволил тебя, Колдыбин. Только ты у меня в цеху на заводе последний остался, понял? Тогда не надо орать, кадры решают все. Кадра надо беречь.